Всем привет, вы на канале Только КТВ, и сегодня я снимаю заключительную серию сериала «Мой новый друг», второй сезон, 7-я серия, заключительная. Беззубик, нет! Беззубик! Поймайте ночную фурию и принесите ее. Ловите, я сказал, ловите! Ловите, молодцы, поймали ее. Я так и знал, ну что, вы предательница. Держите ночную фурию, давай. Держим, держим. И ужасное чудовище, держите. Оно улетело. Далеко не уйдет. Да стойте, вы не понимаете ничего. Беззубик, ко мне. Вы не понимаете, но дайте я вам покажу. Вы все думаете, что драконы очень злые. Вообще-то это так и есть. Но Беззубик не такой. Он самый лучший мой друг. Он мой самый лучший и новый друг. И что вы этим поступком хотите сказать? Что мы теперь должны кормить этих глупых драконов? И защищать их, что ли, от бед? Нет уж и нет уж. За драконами очень много кто охотится, и из-за них будут проблемы. Нет, нельзя их приручить. А вот и можно. Я мама, знаменитая Рарити, знаменитая модель. И я даже к этому дракону проявила дружбу, любовь, не злобу. И не зло. Ну, вы поняли меня. Да. Ну, что хорошего иметь себе ручного такого дракона? А чем это плохо? Ну, чем плохо иметь себе друга ручного? Драконы убивают всех. Они не могут быть добрыми. Да? Но почему он никого не убивает? Смотрите, как тут много людей. Почему он никого не убивает? Я... Что, он не хочет? Драконы, как вы сказали, всегда хотят убить. Попробуйте приручить его. Или вот. Что это? Что это было? Это злой дракон. Это же злодей. Давайте, давайте, убейте его. Покажите всем, покажите, что драконы враги. Давайте, давайте. Я очень боюсь драконов. Мы отойдем, посмотрим. Ладно. Ого. На него и сесть можно. Садитесь на него, летайте. Уху! Как это здорово! Все же я соглашусь, драконы это хорошо. Ну вот, видите, вы все можете приручить драконов. Вы все? Все? Да? Все? Я что-то сомневаюсь в этом. Правда? Что? Да, все, все могут приручить драконов. Это несложно. Для примера, этот дракон уже точно я знаю чей. Он мой дракон. Видите? И она полюбила дракона, все мы полюбим их. Они не зло, они добро. И такие они очень милые. И всегда они будут нам друзьями. В этом сериале снимались Рарити, Флауэр Вишес, учительница Чирайли, Эпплджек, Старлет Глиммер, полицейская Флаттершай и ее напарница Пинки Пай и Сумеречная Искорка. В главных ролях снимались Радуга Дэш, Беззубик, Грамгильда. И еще снимались драконы. Кривоклык, Барс и Вепрь. Спасибо за просмотр.
И всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И смотрите мои другие видео. Всем пока. Пока. Пока.